Тем временем растут не только цены, но и заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 238 новых случаев. До этого в субботу 233, в воскресенье 236. Пандемия коронавируса пошатнула здоровье и расшатала экономику еще в конце 2020-го, когда появилась вакцина от COVID. Ее же назвали ключевой частью пакета мер по восстановлению. Сейчас мы уже знаем, что COVID-19 даже в легкой форме может привести к отдаленным тяжелым последствиям. Об этом заявил на днях глава НИЦЭМ имени Гамалея Александр Гинзбург. Вирус активно мутирует, и это может увеличить долю осложнений и летальных исходов. По всей видимости, смертность может исчисляться уже не 1-2%, а, как сейчас, будет составлять 5-10, считает эксперт. Но рассчитывать на получение иммунитета, переболев, неразумно. Можно просто попасть в те самые плохие проценты. Прививка же обеспечивает иммунитет без таких рисков.